Приветствую вас на канале Best.ICO. Сегодня рассматриваем проект BitGuild. Проект очень интересный. Мы находимся на официальном сайте проекта, где вкратце описана проблема, ее решение. Первая проблема это, конечно же, передача валюты между играми, предметов, счетов и так далее. Да, и как бы проект BitGuild решает все эти проблемы с помощью блокчейн-технологий. Идет сейчас ICO. ICO идет довольно-таки успешно. Осталось токенов к продаже совсем немного. Но как бы я думаю, что если мы поторопимся, изучим проект, то успеем инвестировать. Если есть такая цель, конечно же. Если даже и нету, то наверняка кто-то из вас играет в игры, обратить внимание на эту платформу, да, и как бы в будущем будет ее использовать. Давайте изучим белую бумагу, она доступна с главного сайта в разделе «Документы». Да, открываем ее. Итак, здесь описаны все технические моменты, да, как развивался проект, кто его развивал, с какой целью, приводится статистика и так далее. И, ну, конечно же, сам проект BitGuild предлагает внести колоссальные изменения в игровой мир, позволяя игроманам выставлять на продажу и торговать собственными креативными продуктами. BitGuild представляет собой уникальную игровую платформу, построенную на принципе децентрализации и основанную на блокчейн-технологии. Она предоставляет пользователям множество креативных возможностей. Одной из такой возможностей является создание новых игр. Да, особенно заинтересует подробная функция небольших разработчиков, которые стремятся воплотить свои идеи в жизнь, но ранее не имели возможности. И вот как раз таки платформа, функционал раздела Dizzing House предусматривает возможность создавать игры, основанные на технологии блокчейн. Здесь может себя попробовать каждый тот, кто имеет представление о создании игр. И учитывая то, что это будет происходить на новых технологиях, конечно же, это очень должно заинтересовать. Основной упор будет сделан на создание онлайн-версии. Эстафету создания игр на базе платформы запустят разработчики проекта, предоставив обществу новую игру BitGuild. Стимулирование создания интересных игр будет происходить посредством использования своеобразного плана. Разработчики будут предоставлять на обозрение собственные игровые проекты с четким планом действий и датами. Заинтересованные игроки будут вкладывать в проект токены платформы плат, поддерживая тем самым развитие данного проекта. То есть помимо того, что вы можете инвестировать в сам проект, да, внутри проекта можно производить инвестиции уже в новые игры, да, непосредственно. То есть широкая очень возможность заработка для ваших инвестиций. В случае, если релиз проекта выходит вовремя, разработчик получает прибыль, равную вложенным токенам. Соответственно, положили 100 токенов, получил 200. Это происходит с помощью смарт-контрактов. Если разработчик не выполняет указанных действий, токены возвращаются на счет владельцу, что тоже очень, как бы, весьма круто, я считаю. Да? То есть, в принципе, безопасный вид заработка. Что еще? Осуществление торговли внутренними игровыми предметами. Кошелек BitGuild, который будет, естественно, безопасным благодаря блокчейн-технологиям. Стандартный токен. Токен будет называться PLAT, соответствующий ERC-20 эфириуму. ICO будет проходить до 5 апреля.
Соответственно, у нас еще есть порядка 10 дней. Для покупки можно использовать токены Ethereum. Стоимость указана. Один эфириум – это 80 тысяч токенов плат. Так, максимальная покупка можно купить на 1500 эфириума. Все сгенерированные токены будут распределены следующим образом. 45% на продажу, 25% блокируется в качестве фонда BitGuild, 20% заблокировано для учредителей и участников разработчиков, которые смогут ими воспользоваться через 2,5 года. Да, все как бы продумано для того, чтобы не обрушить его стоимость на начальных этапах. И 10% предусмотрено для совета консультативного, которые могут получать, соответственно, токены за свою работу. Итак, изучаем белую бумагу. Повторюсь, осталось порядка 10 дней до 5 апреля. Еще небольшое количество токенов доступно. Желаю вам удачи в изучении данного проекта.